жители деревни Глухого городка Глухи на данный момент. Юля и мой муж Виталий Камельчики. У нас есть свой конь, коровка. У нас есть поросят, двое штучек, но не маленькие еще. У нас есть кролики, собака, охранник, куда. Ну и штучки три кота есть. Это мы любим. Ну, молока теперь давай. Так у меня нету молока. Ну что, звала? Это наша кормилица нашей семьи. Есть корова, кони, курица. Я думал, что теплее было. Она примерно такого возраста, как наш старший сын. Она уже старенькая немножко, коровка. А сколько вашему старшему сыну? 17. Учится в медколледже в Могилеве. Старший сынок наш уже. Вообще, а как ее зовут? Чернушка. Чернушка. А коник у нас Грандик. Грандик? Грандик, да. Мы с самого начала только женились, у нас сразу же корова с первого же дня. Там, ну, конь же немножко попозже появился. Свиньи, это все было, да. Дети. Дети сразу. Сразу дети, потом все остальное. Свинок мы, у нас свинок парочка, мальчик и девочка. А что, они блондины, такие беленькие, или мне так кажется? Это солнышко так на них падает, сокурка, вот они такие. Куда, куда, куда собрался? А белочка уже начала подкоп, подкоп. Да, да, это ж как, это ж надо. Хотела пожелать не только глухим, но и вообще всем деревням, большим деревням, которые, вот чтобы они немножко как-то возрождались больше, а не умирали. Это по всей Беларуси, я думаю, не только в нашем районе. Собака! Вот и познакомились. Вообще агрогородок был построен в 2009 году. Структура, вся социальная инфраструктура была обновлена. И на сегодняшний день хочется сказать, что в наш агрогородок едут не только просто, может быть, посмотреть деревню, а также и покупают дома для дач. Возвращаются также люди, которые ранее проживали здесь, выходцы из этой деревни, возвращаются в дома своих родителей, чтобы остаться, наверное, здесь жить дальше. Это прекрасная, красивая деревня. Здесь очень много старожилов, которые много чего интересного могут рассказать о этой деревне. Я проживаю здесь 33 года и много о чем узнала от этих людей. И мне она стала дорога, как и как будто бы и своя уже деревня. Так, дети, сейчас 5 минут, и они сухие. И за мужика, и за бабу работа. Тяжело с печкой управляться? Да, нет. Я же 80 годов у печки топлю. Так мне не страшно ничего. О, а в городе я не хочу, дети.
И они меня не зовут, а я не хочу. Помру в своей хате, не хочу у коробки-то идти. Я день буду сидеть в этих коробках. Зато туалет теплый. А черт тебя бери туалета. Дети, и туалет мне. И печь топить не надо. Ну, а тут вытопил все свое, а там все чужое. Все, я не говори, а все чужое. Все, дети, все. Ну вот. И готово. Яичня в печке. Конечно. Я человек деревенский, конечно. В деревне росла, в деревне родилась и живу в деревне. На ферме коров доила, первочелок доила, телят маленьких набирала 60 голов. Корову ручную доила 25 голов, 23 головы телят. Вот. А тогда пошла на пенсию, дети. Во. Все. Ну, яичница готова. Садитесь, девчата, и ешьте, что есть. Вот. Теперь никто не вышиет, редко кто вышиет. И вот, и оно, и этого, все, это ж росшилки. Красота. Настоящая деревенская красота. Да. Красиво. Мы находимся в Глузской средней школе, очень уютной. На сегодняшний день более 40 детей. Сейчас мы подходим к нашей гордости. Это музей Степана Акимовича Красовского, маршал авиации. Проходите. Один из моментов, когда Степан Акимович Красовский репрессирован, был в 1938 году. И были подготовлены уже документы о том, что он является немецким шпионом. Но так как у него пересекались пути с Василием Сталиным, он пришел к отцу и говорит, как это может быть такой крестьянин с такой забитой деревней вдруг быть немецким шпионом. Он был отпущен. Карьера пошла как раз после этого. Он начал и командовать и авиаотрядом, и всем этим остальным. С направляющим шагом марш. Полной амплитудой вперед. Вверх упрыгиваем. Делаем лампочку. Аккуратно в одну сторону, потом во вторую. Пошли. Хорошо. Как вы думаете, что вам этот вид спорта может дать? Ну, самооборона, наверное. Если кто-нибудь подойдет, то можно как-то его ударить, что ли. Ну и пошла, голову под живот. Молодец, Миша. Отпускай Яна на живот, руку сними, что на живот. Мальчики боятся тебя? Не очень. Не очень, это как? Некоторые боятся, а некоторые нет. Назад, не давай. Я живу в агрогороде. Я лучше занимаюсь вольной борьбой. И нравится? Да. За что нравится? Что сильная борьба. Ребята талантливые, можно сказать. И здесь еще они не такие разбалованные, как в городе. Они привыкшие к труду привыкшие.
Они как-никак, и питание у них здесь, на молоке, на сале. Здесь еще не у каждого телефона есть. Поэтому они идут, желанием занимаются здесь. Какие черты характера нужны для хорошего борца? Улыбаться. Быть смелым. Улыбаться? Да. Сколько лет эти ваши матери? Это первоклашки только еще. И первый год как бы это факультатив вели новый, да? Вот то есть им 6 лет, но они уже играют в шахматы? Ну вот они, это будущие гроссмейстеры. Каз, Карпов, Каспаровы, Ботвинники. Шахматы. Савелия, расскажи, пожалуйста, за что любишь шахматы? За то, что это умная игра. Мне казалось, что в наш век смартфонов, камер и телевизоров шахматы уже мало интересуют детей, во всяком случае. Ну почему? Вот Савелий приходит из дома, говорит, я с компьютером играл. Нормально. Почему бы и нет? Главное думать, мыслить. Жизненные ситуации наперед, чтобы так, как будет. Как в шахматах. Надо думать не сегодняшним днем, а на будущее. Я себя помню, а я здесь заканчивала школу, всегда было выражение: пошли за церковищем. Где ты живешь? За церковищем. Почему церковище? Потому что вот именно здесь в 1752 году стоял пятикупольный храм, который был назван, освящен в честь святого Николая Чудотворца. Храм был деревянный. А самое удивительное, поразительное, что фундамента не было, храм стоял на камнях. Вот эти древние валуны, вот это все было, на этом было все, это храм стоял вот на этих камнях. Когда маленькая была, еще помню, когда саму эту церковь, вот это все так, иконы когда висели. Народу столько много приходило в этот храм, когда были такие большие праздники, как Пасха, Рождество. Люди приходили из соседних деревень. Теперь мы пытаемся с детьми, с моими учениками 7 класса, мы начали собирать сведения об храме, потому что храм – это люди, люди, которыми жили. Это то духовное наследие, которое должно, то есть история храма вот просто так, оно не должно исчезнуть. Тяжело быть многодетной мамой? Если есть помощь, то не тяжело, конечно. Муж помогает в основном. Нормально. Парни уже, не сказать, что и маленькие, от них уже тоже помощь какая-то есть. Первое интервью я дал 7 месяцев. Что? Ох, это Галя. Не знаю, беречь свою семью. Очаг, чтобы свой был, чтобы всегда было все хорошо, тепло. И хорошая атмосфера была в доме, чтобы не было никакой накалки такой, как говорится. Ну, наверное, все, что в доме еще должно. Чтобы все в нашей деревне было хорошо.